эфире службы новостей «Саров-24», в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О почетных грамотах и передаче функций органов опеки прошло очередное заседание городской думы. В Сарове стартовала детская вакцинация от гриппа. Чем прививают детей? Развеселые матрешки. В музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. О награждении почетными грамотами и изменениях бюджета 27 сентября прошло очередное заседание городской думы. Одним из вопросов, которые рассмотрели депутаты, была передача функций органов опеки. 4 человека в ближайшее время получат почетные грамоты. На думской сессии 27 сентября депутаты единогласно поддержали предложение от детской библиотеки имени Пушкина и ветеранской организации города, которые выдвинули кандидатуры для награждения. В этом году Пушкинка отмечает 65-летний юбилей. Лариса Рустамова и Лариса Швидченко работают там уже около 30 лет каждая. Работая в детской библиотеке, оставаясь преданными учреждению, они стали профессионалами очень узких специальностей библиотеки. Одна из них, заведующий отделом систематизации, комплектования и обработки литературы. Другая – заведующая информационно-библиографическим отделом. Наша детская библиотека известна далеко за пределами Сарова. Пушкинка – неоднократный призер конкурсов «Росатома», участник всероссийских проектов и библиотечных мероприятий. За 65 лет библиотеки создали прекрасный книжный фонд, а за последние несколько лет Пушкинка громко заявила о себе в виртуальном пространстве. Все это было бы невозможно без личного вклада сотрудников, в числе которых Лариса Рустамова и Лариса Швидченко. Я очень им благодарна за то, что они ведут за собой молодые кадры. Они сохраняют традиции, заложенные предыдущим поколением. Именно на них я опираюсь как руководитель, потому что это грамотные специалисты. В этом году юбилей отмечает и городская организация ветеранов. Ей исполняется 35 лет. Двух ее участников, Виктора Сазонова и Инну Зырину, также предложили наградить почетными грамотами. Все эти предложения Дума единогласно поддержала. Также речь шла о передаче функций органов опеки от Департамента образования в отдел соцполитики администрации. Связано это с изменениями на региональном уровне. Передача полномочий произойдет 1 января. Для жителей города ничего не поменяется, кроме места обращения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Кроме того, на Думе подняли вопрос тарифов на перевозки горавтотранса. Большинством голосов депутаты утвердили повышение платы за проезд в муниципальных автобусах. После сессии Антон Ульянов дал разъяснение журналистам по этому вопросу. С 1 ноября в Сарове повысят тарифы на проезд в автобусах горавтотранса. Одна поездка будет стоить 30 рублей за наличный расчет и 28 за безналичный. Сейчас горожане платят 22 и 20 рублей соответственно. Решение о повышении тарифов принимает Дума. Там напомнили, что повышение платы не было с 2018 года. И муниципальное предприятие больше не может эффективно работать при нынешней стоимости проезда. Люди понимают, что тарифы достаточно долгое время уже не поднимались, и предприятие уже накопило такой определенный, городской перевозчик муниципальный накопил экономический ущерб. И, в общем-то, повышение тарифов сегодня идет по той минимальной грани, которая возможна для того, чтобы предприятие могло оставаться на плаву. В год из бюджета горавтотранса выделяют 93 миллиона рублей. На вопрос, почему город не может компенсировать выпадающие доходы предприятия, Антон Сергеевич пояснил, что отчасти это возможно, но это путь, ведущий в никуда. Общий бюджет у нас около 5 миллиардов, но у города есть много обязательств в сфере образования, содержания дорог, строительства и так далее. И по сути, из большого вроде бы 5-миллиардного бюджета, 100 миллионов это кажется не так уж и много, но когда мы выберем все социальные обязательства, которые городу необходимо поддерживать, на что нужно тратить деньги, бюджет развития остается не очень большой. И это всего несколько сот миллионов рублей. Вопрос тарифов долго обсуждали на уровне Думы и администрации. Пришли к тому, что повышение не коснется льготных категорий граждан. Для ветеранов месячный льготный проездной сейчас стоит 500 рублей, на 2 месяца 800. Эти цены сохранятся. Оставшуюся стоимость поездки льготируется она из регионального бюджета. И в этом смысле в случае повышения тарифа мы даже выигрываем, потому что наше предприятие «Горавтотранс» получает дополнительные деньги на развитие, на свою операционную деятельность из регионального бюджета, дополнительные ассигнования. Вопрос стоимости проезда в частных маршрутках не сфера компетенции городских властей, поэтому пока нет никакой информации, как она изменится с ноября. Отказаться от услуг частных извозчиков возможности нет. Представитель «Горавтотранса» отмечает, что у них не хватит ресурсов, чтобы полностью обеспечить город транспортом. Полное интервью Антона Ульянова о повышении тарифов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».
В детском саду номер 8 «Улыбка» созданы три группы для непривитых от полиомиелита детей. Всех родителей непривитых детей, которые посещают другие детские сады, приглашают на день открытых дверей 29 сентября в 18 часов. Гости смогут посмотреть созданные условия и пообщаться с педагогами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают проголосовать за благотворительный проект «Живое дерево». Он претендует на грант «Росатома». Его автор – активисты движения «Капельки добра» под руководством Евгении Ермаковой. Рассчитан проект на социализацию детей с ОВЗ. До 30 сентября можно проголосовать за «Живое дерево» на сайте rosatomvmeste.atomgoroda.ru. Победителем конкурса станет город, проект которого наберет большее количество голосов. Проект «Живое дерево» – это инклюзивная мастерская, которая объединяет детей из многодетных семей и детей с ОВЗ. Дети создают сувениры из дерева, но главное, общаются между собой и самореализуются. Более 400 человек приняли участие в осенних субботниках в нашем городе. Традиционно на уборку города вышли сотрудники муниципалитета, ядерного центра, силовых структур, предпринимательское сообщество, работники и воспитанники образовательных учреждений и неравнодушные горожане. Активисты очистили 37 участков в разных частях города и собрали более 80 кубометров мусора. На этом месячник санитарной очистки благоустройства города не заканчивается. Разнообразные мероприятия будут проходить до 18 октября. 2 октября на набережной парка «Культура и отдых» имени Зернова состоится гастрономическая ярмарка «Вкусный фест». Саровские предприниматели готовят насыщенную программу для жителей города. Традиционно будет множество вкусной и разнообразной еды, мастер-классов, интерактивов, конкурсов, выступлений и сюрпризов. Начало в 12 часов для лиц старше 6 лет. 2 октября в нашей стране отметят Всероссийский день ходьбы. Саровчан, поклонников здорового образа жизни, приглашают присоединиться к акции «Мы вместе шагаем за здоровьем». Для этого нужно скачать мобильное приложение «Человек идущий», пройти несложную регистрацию, а в день акции 2 октября сделать 10 тысяч шагов и убедиться, что в мобильном приложении отразилось нужное количество. Всем, кто достигнет цели, направят памятные сертификаты и подарки от сервиса монетизации двигательной активности. Если вы уже состоите в команде, которая участвует в осенних соревнованиях «Человек идущий», дополнительную регистрацию проходить не нужно. В детской поликлинике стартовала вакцинация против гриппа. Привиться можно ультрикс-квадри или савигриппом. Зачем нужна вакцинация, как прививку переносят дети и как на нее записаться, расскажем далее. Каждый год по рекомендациям ВОЗ и Минздрава России состав вакцин от гриппа обновляют. Учитывают в первую очередь прогнозы эпидемиологов насчет господствующего штамма. В этом году в состав вакцин для детей «Ультрикс квадри» и «Савигрипп» вошли компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа нескольких штаммов. В «Савигриппе» есть антигены вируса гриппа типа А, H1N1. Это вот так называемый свиной грипп, который был в 2009 году. И второй тип А, подтип H3N2, Гонконг. В составе савигриппа и антигена к вирусу гриппа типа Б, штамм Виктория. В ультрикс-квадри состав похожий, но добавлена еще защита от штамма Ямагата. Именно эти вирусы, по прогнозам эпидемиологов, могут прийти к нам уже в ноябре. Поэтому конец сентября, начало октября – благоприятное время для того, чтобы сделать прививку. Иммунитет как раз успеет сформироваться. После прививки иммунитет вырабатывается с 8-12 дня уже. Ну, в течение 3-4 недель он выработается. Но сезон гриппа все каждый раз по-разному приходит. Но в среднем это ноябрь, потом февраль, иногда даже в апреле. Иммунитет сохраняется 12 месяцев. Подготовки к прививке не требуется. Утром измерьте температуру, оцените самочувствие. Если ребенок аллергик, можно несколько дней давать ему антигистаминные препараты. Детей, посещающих образовательные учреждения, прививают там. Неорганизованных малышей либо пригласит на вакцинацию медсестра, либо родители могут записать его самостоятельно через портал пациента. Перед прививкой маленьких пациентов обязательно осматривает врач. После процедуры может быть небольшая реакция. Если нет температуры выше 38, если нет какого-то большого покраснения, там больше 4 см, сантиметров, то есть 2-4 сантиметра. Это еще как слабая, средняя сила реакции. Можно не обращаться. Обычно это все хорошо на фоне антигистаминных проходит. Если температура высокая, 38 и выше, или что-то необычное, вялость какая-то, недомогание, тогда к врачу, потому что иногда наши прививки попадают в инкубационный период, например, ОРЗ. Медики советуют не пренебрегать прививками от гриппа. Эта болезнь особенно опасна для маленьких детей. Для ее лечения есть минимум препаратов, а сам вирус вызывает серьезные осложнения для нервной системы и системы кровообращения, вирусная пневмония. Прививка не дает стопроцентную гарантию, что ребенок не заболеет, но она спасет его от опасных последствий. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.
Саровский пленэр 2022 стартовал в нашем городе. Несколько дней художники из разных уголков России и нашего города будут рисовать Саровский монастырь и самые живописные места Сарова и Дивеева. Познакомиться с приехавшими мастерами и посмотреть работы смогут и саровчане. Подробности далее. На Монастырской площади то там, то тут расположились люди с красками, мольбертами и альбомами. Каждый для себя выбрал свой ракурс и свой предмет для живописи. Кто-то писал маслом, кто-то акварелью. И ни одна техника не была похожа на другую. Первый день Саровского пленэра 2022 был посвящен монастырским видам. Это достаточно сложный день, и не случайно мы вот так вот, можно сказать, с корабля на бал, но в другом, в творческом плане, сразу пишем архитектуру. Так как мы находимся сейчас на Монастырской площади, архитектура близко. Это живопись, хоть и этюдная, но все-таки в ней будет больше академизма. Там писать архитектуру сложно. И задача непростая. Саровский пленэр проходит с 2006 года. Раз в два года в наш город приезжают художники из разных городов. В этот раз это гости из Москвы, Нижнего Новгорода и Плеса. К ним присоединились также и саровские живописцы. Каждый раз пленэр проходит в разных точках города и в разные сезоны. Поэтому даже коренные горожане всегда находят в видах Сарова что-то новое, интересное и еще не написанное. Сегодня, в первый день пленэра, я решил написать первую работу с визитной карточки нашего города, это Саровская колокольня. Художник, он немного по-другому смотрит вокруг себя, поэтому всегда можно за что-то зацепиться, найти какие-то новые уголки, моменты. Опять же, освещение по-разному бывает, влияет на картину. В принципе, нет, каждый раз что-то новое можно найти. Московский живописец, член Союза художников России Антон Лобов первый раз приехал в Саров на пленэр в 2011 году. Город ему понравился, поэтому с этого момента он стал постоянным участником творческого мероприятия. Антон помнит Монастырскую площадь, когда здесь еще был сквер с деревьями. Поэтому храмовый комплекс монастыря для художника стал совершенно новым объектом для живописи. Сейчас я выбрал, не знаю, как называется, главный храм. Мне сказали, что он еще не достроен. И мне понравился именно главный вид этого фасада. И немножко как бы с правой стороны видно церковь Серафима Саровского. Это все-таки такой знаковый, я бы сказал, знаковый храм именно этого города. В течение всей недели участники пленэра напишут осенний Саров и его окрестности. Каждый пленэрный день посвящен определенной теме. Художникам предстоит написать панораму Саровского монастыря, водное пространство города, а также виды Дивеева. В пятницу 30 сентября в 11:00 в художественной галерее состоится подведение итогов Саровского пленэра 2022. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Долгожданное событие произошло в Музее народной игрушки. Выставка «Развеселые матрешки», открытие которой несколько раз откладывалось, наконец добралась до Сарова. Первыми экспозицию видели ученики художественной школы и наша съемочная группа. Многоместные матрешки в разных женских образах. Куколки, штофы, шкатулки, неваляшки, чаевницы, панно, работы по сказкам. В канун дня рождения Музея народной игрушки там открылась новая выставка «Развеселые матрешки». Ее автор – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников Тамара Корьева. Тамара Георгиевна – потомственный мастер, работает с матрешками всю жизнь. На фабрике моя мама работала. Я помню себя с детского сада, как я на этой фабрике проживала. Вот, а рисовать училась у мамы, она мне показывала потихоньку сначала губки, как рисовать, щечки поставить, волосики. А потом, когда научилась свои матрешки, стала рисовать. В экспозиции представлены как авторские работы Тамары Корьевой, а их более 100, так и часть ее коллекции, которую она много лет собирает. Самые старинные экспонаты сделаны в 40-х годах. Первыми гостями выставки стали ученики детской художественной школы. Мне очень нравится эта выставка. Я очень счастлива, что пришла сюда. Здесь очень много интересной информации. Мне будет что рассказывать своим потомкам. После открытия выставки ребят ждал мастер-класс по росписи матрешки в технике миреновского письма. Тамара Корьева поделилась секретами забытой росписи, рассказала об особенностях работы тушью, акварелью, тонкостях правильного ведения линий кистью и пером, о подборе цветовой гаммы при росписи. Выставка «Развеселые матрешки» в Музее народной игрушки будет работать до конца октября, без возрастных ограничений. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.